45-й квартал. Градусов 20 или больше. 10 октября. Сейчас через мост. А подвернем направо. Вокзал посмотрим сверху. Вокзал в лесах. Говорят, будут какую-то лепнину новую делать. Ну, новое, но, конечно, уже и есть новое. То, что было, не вернуть. Направо будем уходить. На складскую и так далее. Рынок строительный, Казамета строительный центр. Ну, сейчас там мебель в основном продают. Вот люди работу ждут. Мебельвилл, еще один мебельный магазин. Заправочки. Газпромнефть. Солнце почти в лоб светит. Ну, может быть, и так будет видно что-то. Автогаз. В общем, рынок рынок для грузовой техники. Краны, погрузчики стоят, ждут работы. Склады. Кислор. Кислород надо понимать. Вот эта вот фура вовремя попала. Будет ползти теперь. Здесь железнодорожный путь. Ну, может, поезд раз в неделю ходит. Может быть, два раза в неделю. Но поставили знак «Стоп». И вот все такие вот ответственные останавливаются обязательно. Вдруг он откуда-то вылетит. И такая происходит задержка в движении. Пробочки тут собираются. Сейчас к автопарку подъезжаем, потом на улицу Орлова будем ходить. Пороги снял, которые стучали. Прям теперь приятно ездить по нашим дорогам. Да и так-то было неплохо. Парк. Третий автобусный парк. Налево, направо, направо, направо. Офисное здание. Налево у них здесь автобусы. Говорят, новые автобусы завезли какие-то китайские крутые. Новый Акин пришел, сразу автобусы новые появятся.
Ладно, лишь бы ездили, не коптили. Жансая, Амиром Хана сделали. Ты смотри, это был рынок. А теперь это огромный на 400 мест зал. Любят у нас эти вещи. Погулять. Даже вон предлагают некоторые депутаты, говорит, молодоженам 3 миллиона вручать перед свадьбой. А для чего? А чтоб в долги не влазили. Ну, мол, того все равно прогуляют. Хотя, конечно, по мне бы лучше бы куда-нибудь съездили в путешествие. Нет, закупим самый крутой зал. Прогуляем и 3 миллиона, и 6, даже больше. Так, на светофоре встали, надо проехать. Чтобы пробки не создавать. Ну, нам, по-моему, где-то здесь, к ЦКР. Переговорить надо. Аренда. Аренда складских помещений. Караганда энергоремонт. ЦКР там, и Караганда энергоремонт здесь. Теперь в тенек поставим. О, октябрь какой. В тень машину приходится ставить. Деревья красивые. Шел на завод, вернее, фирма Элби при этом заводе, наверное. Какие-то штучки интересные. Мелодии какие-то здесь, нотные знаки. Трубы, оградки из нержавейки. Баки. Кровля. Оградки. Ну, сейчас узнаем. Есть ли у них то, что мне надо? Направо на улицу Молокова. Бензин пока не подорожал, но говорят, нефть подешевеет. Значит, подорожает потом бензин. Склад какой-то деревянный проехали. Здесь две полосы. Можно налево по ним уходить. Типа, какой лучше, не знаю. Сейчас попробуем по правой полосе. Вот нам налево Шахтинск, Жасказган. Улица Гоголя направо. Опять движемся к Федоровскому мостику. Мимо 16-й направо. Побыстрее можно. Жгут на Федоровке костры. Листья жгут. Ну,
Вот они, львы стоят. Кто-то спрашивал, где львы? Вот они. Львы с крылышками. Пока вот как-то так. Кафе «Кочерга». Октябрь, жара.